За прошедшие 4 праздничных дня, наступившего 2017 года, на территории городского округа Химки чрезвычайных ситуаций, пожаров и гибели на них людей не произошло. Для того, чтобы ничто не смогло омрачить наши дальнейшие празднования новогодних и рождественских праздников, а также в связи с предстоящим похолоданием, отдел надзорной деятельности по городскому округу Химки напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В том числе необходимо провести дополнительные осмотры печного и газового оборудования, не допускать перегрузки электросети путем большого подключения электропотребителей, не курить в помещениях, не оставлять без присмотра детей, конечно же, но и не оставлять без присмотра включенные в электророзетки электропотребители. В случае пожаров и чрезвычайных ситуаций необходимо незамедлительно сообщать по телефонам экстренного вызова номер 112.